Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем утро на Болткоме. Инна Сагалант у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вчера, 5 августа, в Юрмале, в зале Дзинтере, стартовал международный фестиваль. Summertime приглашает Инна Сагаланта, который пройдет аж до воскресенья, 11 августа, 7 дней подряд. Наша гостья сказала, да, что после афтер-парти просто прям сразу к нам пришла. В общем, был банкет. Конечно. Салют еще был? Бы. Фейерверк был? А нет, еще рано. Это уже на закрытии. Это на все потом. Что девочки. Было на сцене? Был шум, гам, много темперамента, энергии, голых тел, мы веселых братьев. Да, мы говорим не о дискотеке, потому что в этом году мы сделали его немножечко по-иному, и у нас была такая цель сделать это, может быть, открытие такое не классически академическое, а такое шустрое, заводное. Было много афроамериканцев из Америки и Франции. Были ребята веселые, раскованные, энергетическая такая бомба. Может быть, для молодого поколения чуть-чуть ближе, чем более для людей солидных. Но нам хотелось чего-то нового, чего-то такого, ну, вот невиданного. Или всегда хочется какого-то парстегумс, какого-то какого-то сюрприза. Да. Но в результате ваше смелое решение, на мой взгляд, смелое решение, потому что как закончился концерт, все стояли и раскачивали в прямом смысле зал. Вы остались довольны открытием? Вы не пожалели ни разу? Вы знаете что? Я не буду давать вообще своих никаких резюме и оценок. Это должны решать для себя публика. Мы пригласили этих ребят, 7 братьев. Их было 10 на сцене. Я думаю, это была такая но очень бурная. Но всего их 23, бурная. Как их я помню. Их 24. 24. Да. 7 братьев, еще 3, и всего их 23. Нет, 24. Их 7, но дома их 24. В группе, я имею в виду, музыкальной, да, их 7, да. А всего... Это одна цифра уже повергает в шок. И папа, и большая рок-звезда, и суметь воспитать такую банду музыкантов, духовиков, ударников. Это просто невероятно. Я в шоке, что такое бывает и такое может быть. Но вот ребята такие самобытные, яркие. И это французская девочка, которая поет современный джаз. Таких очень мало. Мина Агоси. Мина Агоси. Мы-то привыкли к тому, что это уже такое устоявшееся блюдо. Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, там, Фрэнк Синатра и так далее. Имена. Она делает совершенно, идет своим путем. Импровизатор современного джаза. Что бывает... как я повторюсь, немножечко я решила, может быть, разбавить, кроме наших молодых талантов, и мы вместе спели с ней «Summertime», я немножечко вернулась в свою такую классическую, привычную стезю для тех моих поклонников и фанатов, и любителей такого более классического варианта. Я надеюсь, что это было для них приятно для души и сердца, и такой островок, ну, вот той прежней, понятной для них музыки. Ну вот по поводу вашего дуэта, да, Summertime, действительно, это было очень необычно, и в связи с этим мой вопрос, вы репетировали до этого, да? Да, конечно, это... конечно, один раз. Каждый привнес свою лепту, и каждый, конечно, свою personality. Я это делаю по-своему. Конечно, я прислушиваюсь к тому, что происходит. Я, конечно, исхожу из того, что происходит, ловлю на месте, потому что мы должны понимать, что это не оперные певцы, не академические музыканты, что у них совершенно другая цель, другая стезя. Я должна быть гибкой. Она, конечно, тоже присматривалась к тому, что я делаю, целовала мне руки, и потому что
мы из разных миров, но для меня не существует музыки интересный, такой, это хорошее и не... Это интересно или неинтересно? Я хочу это слушать, мне это дает что-то, я что-то выношу из этого, или я прохожу мимо. Я очень надеюсь, что, может быть, не стопроцентно для всех, но что были люди, которые что-то для себя открыли, какую-то новую Америку. Сегодняшний концерт, так у нас их 8 за одну неделю, 8 концертов. Сегодня у нас будет совершенно что-то другое. Это латино, колумбийская музыка, танцевальная музыка, 8 человек. Я очень верю и надеюсь, что они привезут с собой вот это безумное солнце, южноамериканское солнце, умение радоваться жизни в любой ситуации, невзирая на то, как человек, какие его материальные, какая у него вообще жизнь, а не умеет просто отдаваться чувству вот этой счастья и радости жизни. Вот это то, что мне хочется, чтобы мы научились. Я начинаю также из себя. Невзирая на погоду, на какие-то там приятные, неприятные новости. Вот эти ребята, Пуэрто Канделария, не думаю, что каждый может собрать чемоданчик и двинуться в Колумбию, Венесуэлу, Пуэрто-Рико и так далее, Панаму, чтобы посмотреть, ну, как там жизнь, какая там культура. То есть они приезжают к нам. И мне хочется, чтобы латвийская публика, и не только, у нас же очень много гостей, мы же курорт, Юрмала – это потрясающее место, где люди собираются, и россияне, и американцы, наши бывшие граждане, и Израиль, и очень много гостей, которые приезжают к нам из Германии, где я уже живу столько лет, и Австрия, и Швейцария, и Франция, и этот список можно продолжить, и это прекрасно. Вот за те дни, которые... И Швеция. Да, вот те дни, которые, в которые проходит фестиваль, каждый день посвящен одной стране, разным странам, или они как-то пересекаются, повторяются, либо каждый день разная страна? Разная страна, каждый это день. Раз, да. И, конечно, у каждого исполнителя или группы свое направление. Мы хотели показать, что музыка не бывает вот только такая, сякая. Нам хотелось, чтобы это было... всеядная для всех, разная для разных вкусов. Нам хотелось, чтобы она была, конечно же, интересной, так как мы делаем для семьи, для разных поколений, то нам хотелось, чтобы каждая генерация, каждое поколение и мои сверстники, и бабушки и дедушки, и молодежь, и внуки, понимаете, чтобы каждый для себя нашел вот то, что его цепляет, на чем бы он хотел остановиться, или радоваться, или что-то узнавать. Вот для нас это очень важно, и, конечно, эмоции, которые человек получает, потому что вот эта энергетика, вот эти новые знания, открытия, новые открытия. Нам хочется, чтобы мы развивались. Я ведь тоже, я постоянно учусь. Неважно, как бы я ни путешествовала по шарику, и что бы я ни слышала и не видела, я все время умею удивляться, потому что мир велик, разнообразен, и вроде кажется, ты все знаешь, ты все видел, ты все попробовал. Но чем меня можно удивить? Можно. И зацепить можно. И порадовать можно. И огорчить можно. И мы все, конечно, живые люди. Может быть, эта программа лучше. Какая-то... Ты рассчитывал на эту программу, и это была бомба. Какая-то другая, ну, может быть, в твоем понимании, она чуть слабее или не настолько интересна. Ну что ж, это... бесконечное развитие. Музыканты не могут стоять на месте. Не может быть одной песни всю жизнь.
Ну вот к вам, наверное, вопрос еще о классике. Вы представитель все-таки классической школы, но для фестиваля вы стараетесь отбирать музыку и более современную, и какие-то интерпретации, новые жанры и так далее. А насколько вам легко, может быть, включиться вот в эту... Ну, вы знаете, как с искусствоведом, если разговаривать, да, у него есть определение, да, с художником. Угу. У него есть свое отношение к современному искусству, не всегда однозначное. В вашем случае, у меня неоднозначное. В вашем случае это музыка. Как вы считываете, что вот это будет хит? Это мне, может быть, не нравится, но да, людям понравится. Я думала, что насчет вчерашней группы, например, хип-хоп, у нас в Латвии я как-то не очень наблюдала, чтобы это было так развернуто и очень доступно. Мне казалось, может быть, кто-то это любит больше, кто-то меньше, но мне казалось, что раз это в мире так устойчиво и так уже стабильно, то почему бы и Латвии не предложить это. Каждый для себя, конечно, решает, это подходит для него или нет. Наша публика изысканная, наша публика довольно консервативна, она очень требовательна, избалована, потому что то, что происходит в Латвии, то, что происходит в Юрмале за одно лето, это можно с ума сойти. Я не знаю, наверное, ни одной страны, которая могла бы предложить в течение 3-4 месяцев такое количество концертов, их разнообразие, различный калибр и уровень, естественно. Замах невероятный. Когда-то мы были одни, единственные. Все-таки нам 15 лет, это солидный уже стаж. Но сегодня юрмальская сцена, она просто лопается от изобилия. Поэтому мы хотели, все время повторяться и одно и то же. Не обязательно. Хотелось вот этого разнообразия. Поэтому мы выбрали такой путь. Итак, первый день вчерашний завершился. Сегодня музыка латино. Солнечные, яркие ребята. Из Колумбии. Заводные из Колумбии. Я думаю, все, кто желает познакомиться, что это такое, они привезут с собой солнце, радость жизни, энергию и красоту. То, о чем мы все мечтаем. Такой еще, знаете, будет личный вопрос, потому что вы являетесь организатором этого фестиваля, вы, в принципе, куратор, вы следите, как это все происходит, вы наверняка приезжаете на репетиции, на саундчеки и так далее. И вот когда уже праздник начинается, у вас нет ощущения такой немножко усталости, потому что вы это уже слышали 3-4 раза, может быть, да, и теперь опять стоп. С другим цветом. Если есть, даже есть усталость или нет ее, это никого не интересует, потому что это твоя функция, и потом мне Бог сделал такой подарок, заслуженный, незаслуженный, у меня есть моя дочь Диана, продуцент, которая этим занимается очень четко и жестко, очень ответственно, и это правая и левая рука и так далее. То есть потом группа моего фонда, совершенно удивительная команда, которая также занимается всеми этими делами. Так что сказать, что все свалено только на меня – no. Давайте будем справедливыми и тянуть одеяло все на себя. Нет. Но, конечно же, мое имя, оно как-то обязывает к тому сему. И поэтому, конечно, хочется, чтобы все, что мы предлагаем, было съедобным и людям нравилось бы. Вот об этом я, конечно, мечтаю, и мы прослушиваем, и думаем, да или нет. То есть очень, это такой в основном длительный период.
Вот буквально несколько недель назад здесь была у нас как раз Диана, ваша дочь, которая сказала, что вот мы занимаемся всей организацией, а мамочка у нас поет, она должна петь, и ей никто не должен мешать. Это ее цитата, между прочим. Да-да-да. Вот вы это очень сильно ощущаете? Вот в какой-то момент вы приходите, вам говорят так. Вы не слышите все, вот эту кухню, грубо говоря. Да, а здесь все происходит. Смотрите, кухня, ведь она тоже довольно обширная. Есть первое, второе, десерт, салаты и так далее. Может быть, всю самую такую жесткую, такую скелет, приехал, уехал, билетные дела, какие-то такие выяснения с переписки с агентурами. Я, может быть, не вникаю в это настолько подробно, но когда идет выбор о каких-то конкретных вечерах, и что это будет, и какие есть варианты, и так далее, чтобы мы обязательно. По поводу Summer Time, давайте, может быть, продолжим наших радиослушателей знакомить с программой. Да. Мы остановились, закончили мы вторником, да, завтрашним, да. Сегодняшним вечером. Пуэрто Канделария, Колумбия, солнце, радость жизни и праздник. А в среду нас ждет всех Эмиль Кустурица. Не буду долго о нем говорить. Я думаю, что балканская – это фигура номер один вместе с Бреговичем. Это люди мира, которые на себе, скажем, несут вот это ауру и флаг Балкан и Югославии, который, может быть, больше сегодня не существует, только в нашей памяти. Но вот этот вот плавильный котел, сотни народов, вот этой балканского безумного эмоционального насыщения, темперамента, такая бомба, яркая, насыщенная, вместе со своим No Smoking Orchestra. Я думаю, что это будет завтра праздник для всех любителей, знатоков Кустурицы и его фильмов, и его музыки. Поэтому, ну что я буду рассказывать о том, что, я думаю, каждый культурный человек или интересующийся, это такие знаковые имена, на которые уже... Ну, которые сами за себя говорят. Ну, сами за себя говорят. Вот я называю Beatles, ага, уже комментариев нет. Называю Абба, ага, понятно. О чем идет речь? Я думаю, что Эмиль Кустурица, то есть я не думаю, а так оно и есть, говорит сам за себя. Переходим к четвергу. Да, да, там уже любители... Soul, да, программа, шоумен, человек сцены, пришедший к нам из банковского мира, финансист, очень удачливый и упакованный. И вдруг он для себя решил, что этот мир его не интересует, что он хочет заниматься тем, чем он параллельно занимался всегда. Он блестяще играет на инструменте, на рояле. Он танцует при этом, двигается и поет. И, как говорит моя дочь, я завидую сама себе. Она просто облизывается и не может дождаться. Он к нам приезжает от Элтона Джона, который пригласил нашего Стивена Ридли к себе в Лос-Анджелес и там работает с ним в концертах. И так, что он летит к нам из Америки, а не из Лондона. Вот. И я надеюсь, что люди получат наслаждение. То есть мы на самом деле к этому и стремимся, чтобы каждый вечер это были яркие персонажи, все были самобытными, другими, разными, кому-то мама, кому-то дочка, чтобы каждый, понимаете, о чем я говорю, чтобы это был праздник и открытие. И вот я думаю, что Стивен Ридли будет для многих открытие.
По поводу, мы уже двигаемся к пятнице, и здесь уже выступают российские джазовые. Российские джазовые, причем уже член нашей семьи, Даниил Крамер, человек, который уже очень много лет принимает участие в нашем фестивале, и люди нас спрашивают. Мы стараемся, чтобы были и новые имена, и знакомые имена. И все нас спрашивают, а Даниил Крамер будет? Пожалуйста, пожалуйста, будет. И каждый раз он нам предлагает новую программу и новых партнеров. На этот раз будет Денис Мужиков, который из русских рок-н-ролльщиков и пианистов получил возможность записываться на родине рок-н-ролла в Мемфисе. Это будет вечер двух инструментов, двух роялей. Я думаю, что это будет экстаз и удовольствие для знатоков и может быть, тех, кто первый раз придет его послушать. Да, можно, да. Действительно, для тех, кто не знает, Даниил Крамер просто, мне кажется, перебирает пальцы по клавишам со скоростью света. Да, и недаром он в книге Гиннесса, и не только его пальцы, но и его мозг, он переключается со скоростью света, умение импровизировать и держать в голове целую вообще энциклопедию музыкальную. Он же и классик, и джазист. Это что-то уникальное. И познание в истории, и вообще человек энциклопедия. Ну, вообще, надо еще добавить, что у него совершенно фантастическое чувство юмора. Мы с ним делали интервью, делали не раз. Он умудряется вообще из ничего сделать совершенно фантастическую шутку, поэтому это тоже сказывается. Он выходит на сцену, да, совершенно свой. Да. Он так импровизирует, да, и он очень общается с залом, мне кажется. Он умеет это делать, и для него это радость, и если вообще не надо было бы концерт заканчивать когда-нибудь, потому что вся эта и охрана и так далее, все когда-то мечтают уйти домой, то публику оттуда просто не сдвинуть с места. И Даниил готов играть до утра, потому что он за временем не следит. Это человек как рыба в своем аквариуме. Это его способ существования. Вот когда меня спрашивают, что для меня пение, для меня это тоже способ существования, потому что для певца это немножечко другое, когда ты здоров, в хорошей форме и так далее, то ничего больше наслаждения, чем находиться вот в своем мире, вот в этой музыке и петь, и быть в образе в каком-то. Это такой наркотик, и это такой образ жизни. Будучи медиком, скажем, в своей прошлой жизни, я понимаю, что вот это действительно так называемые дроги или наркотик, или я не пью, не курю и так далее. Для меня это... Да. У нас буквально остается полторы минуты, поэтому и о том, что ждет нас... В субботу у нас два концерта, в 8 вечера у нас будет удивительная группа «Стиляг», пластинок виниловых 60-х годов и группа из Амстердама, Брут, самобытные парни, совершенно такие стильные, хулиганистые, хиповые, и потом наша группа ударников, и танцы, и фламенко, группа четырех, 4-4-4. Мы пытаемся миксовать, чтобы были и наши люди искусства, и наши гости, амстердамские стиляги, Брут, и чтобы это было такое разнообразие и яркий вечер запоминающийся. За час до того у нас будет, за два часа до того у нас будет в малом зале концерт с Любовью к Юрмале. Это будет такой классический академический концерт мой, моего австрийского друга, баритона Мартина Ахрайнага и пианиста Греты Эркхарта. Они все приехали из Австрии. Я думаю, что это будет такой милый, приятный концерт. И Гала Галанте 11 числа, где будет всего понемножку, плюс наши любимцы Сергей Егер, с которым мы уже тысячи лет на сцене музицируем, контратенор, Интерс Буссулис, не буду ничего больше добавлять, и, конечно, Андрей Осокин, замечательный, глубокий,
умничка, парень и такой обаятельный, прекрасный пианист, и дирижер Экхард Вицик, наш друг из Германии, с которым мы уже много лет тоже сотрудничаем, и фестивальный оркестр, плюс наши гости, плюс наши молодые таланты, которые будут присутствовать, конечно, на каждом концерте, когда открывать его, когда они будут вплетены во всю эту канву. То есть это будет, опять-таки, для них возможность показаться серьезной публике, понять, что их ожидает в будущем, такая большая сцена, и блеснуть, и дать вообще нам такую возможность заявить о себе как о будущей звезде. То есть я всем желаю, чтобы эта неделя была солнечной, теплой. У нас уже прямая линия с Господом Богом. Я его прошу об этом каждый день, потому что это удовольствие должно быть для моей публики любимой, которую я искренне люблю, ценю. И это такой обмен энергией, взаимопонимание, тепла, дружелюбие, веры в меня, доверие. Это очень серьезные слова, то, что я говорю. И эмоции. Мне хочется, чтобы это был действительно витамин радости, такой шприц на вот инъекция на год вперед, и чтобы у нас все удалось, и чтобы для людей это был праздник. Спасибо большое. Да. Мы приглашаем наших радиослушателей, в том числе, приходить на концерт. Summertime приглашает Инесса Галланд. Еще впереди 7 концертов. Спасибо вам всех большое. Всех люблю. Спасибо большое. Утро на Болткоме.